Сегодня я вам покажу один из лучших моих рецептов. Вот так вот нарезаем баклажан. Посмотрите, какой у меня огромный баклажан. Это просто что-то. Когда я его увидела на рынке, я была в таком восторге и просто не смогла пройти мимо. Думаю, надо готовить. Вот так вот его разрезаем аккуратненько, но не до конца. И вот так вот его с двух сторон нужно нам обжарить, немножко подсолить. Красивый получается рисунок, обратите внимание. Также берем помидоры, режем их на кубики. У меня обалденные помидоры. Вот рынок просто, просто сказка. Я всегда все там покупаю. Вот такой вот чеснок, посмотрите, какая красота. Его тоже нужно мелко нарезать и закинуть к помидорам. Теперь зелень. У меня это кинза и базилик. Добавляю, хорошо перемешиваю. Приступаю к нарезке адыгейского сыра. Вот так вот пластами его нарезаю и также поджариваю на раскаленной сковороде. Начинаю собирать. На баклажан накладываю наш салат. Красиво, как все, посмотрите. Оно очень вкусно получается. И сверху вот так вот закладываю адыгейским сыром. Очень вкусно, очень красиво. Я решила еще сверху посыпать обычным тертым сыром, для того, чтобы он хорошо так расплавился и было еще вкуснее. Благодарю вас за лайки. Подписывайтесь на мой канал. У меня классных рецептов очень много.